Сразу два адвоката в Орловской области и один местный житель подозреваются в совершении нескольких преступлений. Следственными органами Следственного комитета уже возбуждено уголовное дело. По версии следствия, 20 марта 2012 года подозреваемые получили через посредника 300 тысяч рублей за обещание оказать содействие переквалификации составов преступления двум подследственным лицам, подозреваемых в совершении кражи, повреждении чужого имущества, угоне автомобиля. После передачи денег незаконные действия адвокатов были пресечены сотрудниками полиции и ФСБ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.